Чингачгук, большой змей. Называется картина «Очень хочется бич-пакет». Ускорить процесс. Ты уже в машину понес? Так, заканчивается наша рыбалочная часть поездки. Сушим весла. Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Умное лицо – это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Мы все время не берем сухарики. Мы же... Хлеб едим. Мы же не туристы. Мы же так это, водички побуцкать. Вот. Компанию поддержать. Но опять же, компания, видишь, не пьющая, а спортсмены все. Паны. Шоферы. Да, паны спортсмены. По утрам в сапогах бегают, да? Да, по утрам в сапогах бегают, вроде. На столике там. На руках причем. Да вот здесь ты почисти на столике. Вот, сегодня пьем просто кипяток. Едим. А, едим. Будем есть, а и закусывать хлебом. Ну а сегодня есть. Не просто кипяток, сегодня кипяток праздничный, с солью. Да, как я люблю. Угу. Потому что и сахара мало. Потому что сахара мало в чае оказалось. И если мы будем есть очень сильно соленые, то сахара вообще не почувствуем. Работает у нас только Москва. Че, Андрюшка, сколько сегодня у нас хрюшек? Шесть. Это типа сколько рогатки? К тем 20-м, да? Да. Ух ты, зараза, вообще. Мы одну достали, она даже не размотала этого самого. Это две достали. Курение вредит вашему здоровью. Рыба это понимает. Однозначно. И не курит. Мы наложим что-нибудь. Мы наложим что-нибудь. Поперло, поперло, начинает закипать. А вы дрова, дрова. Василич,
белочка неленская.